Юрмала «Новая волна» — это, в принципе, формат достаточно попсовый. И действительно было удивление. А что был формат? Ну, формат рамки, рамки какие-то. Знаете, ну мы в рамки никогда не вписывались. Поэтому я скажу, что даже в мире вы никогда в рамки не вписывались. Если кто-то рамки и ставит, то это не наше дело. Да, ну как вы согласились приехать на такое мероприятие? По самой простой причине. Я как член фонда защиты дикой природы забочусь о живых существах. О бурундуках, тиграх, бобрах, енотах, любителях поп-музыки. Других живых существ. Я не вижу причины, почему я должен обделять людей вниманием. Да, ну, вы исполните две песни. Все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду. Это же такой ущерб здоровью. Что? Ну, кто как, я знаю людей, которые... Ущерб здоровью тех же бурундуков и прочих. Почему? Ну, значит, если я пью хорошее вино, то здоровью бурундука в Северной Осетии никак не мешает. Да, ну вот серьезно, защита природы, в чем заключается сама защита природы, если говорить серьезно? Не вмешиваться, не пытаться ревью под уничтожить, грубо говоря. В основном человеческий род занимается уничтожением природы. Мы стараемся сделать так, чтобы природа оставалась, даже природа людей, любящих поп-музыку. Здесь пусть он остается нетронутой. Здесь шел разговор о фонограмме. Фонограмма — это уже не природа. Фонограмма не природа. Да. Но фонограмма, понимаете, ну, существует естественная среда обитания. Вот если человек, скажем, мало что умеет, он хочет раздеться догола, ну почти догола, и выйти на сцену и показать, что у него есть. Но ему нужно какое-то музыкальное сопровождение. И вот он выходит и показывает, что у него есть. По-моему, это прекрасно. Да, я тоже забочусь о них тоже. Но вы когда-нибудь согласились под фонограмму спеть? Зачем? Вот это долгий процесс настройки. Там, нет, понимаете, но я приведу еще раз уже всем надоевшее сравнение. Есть люди, которые любят женщин, а есть люди, которые любят резиновых женщин. Вот играть музыку – это любить женщин. А играть под фонограмму – это любить резиновых женщин. Есть свои плюсы, наверное, и в том, и в другом, но я, честно говоря, предпочитаю первое. С резиновыми женщинами мне не очень интересно. И под фонограмму мне не интересно. Ну вот как по-вашему, когда вы приезжаете, на ваши концерты приходят зачастую в основном даже латышская публика, даже не только русскоязычная. Ну, честь и хвала латышской публике. Вот чем, по-вашему, вы цепляетесь, вот именно вот такой менталитет? Ну, наверное, у нас что-то хорошее есть в музыке. Ну почему, наверное? Ну я же не знаю, я не слышал никогда со стороны. Ну вы как-то, судя по тому, что вот у вас много атрибутики и все прочее, вы... Какой атрибутики? Что? Где? Вот я говорю про вот эти лица, которые вообще никак... Это не атрибутика, это то, что трогает мое сердце. Но все-таки, вот чтобы такой амулет или вот это... атрибут получить, вы говорите, что, как я полагаю, его нужно заработать, заслужить. То есть найти тот момент и время, когда эта вещь тебе нужна, действительно, или как? В чем заключается философия этих вещей? Не ко мне вопрос. Обращайтесь к философу. Ну, мне это подарили. Это вам дали. Вы никогда этого не покупали. Этого не купить. Ну почему? Вот захочу, вижу похожую штуку и куплю. Нет, вы даже понятия не имеете, что это такое. Вот купите, все пытаются вас выпутать, что это такое. А не нужно. Хорошо, хорошего настроения на концерте. Спасибо большое. Хорошего звука. Спасибо большое.